студия «Позитив» и фирма «Ньютон» представляют. Илья Олейников и Юрий Стоянов в программе «Городок». Пекиня Саудат. Пекиня, пожалуйста. Буэнос, тардес, сеньорос и сеньоритас, а также их маленькие мучачес. В эти мартовские весенние денечки мы обращаемся только к сеньорам и сеньоритас. Все остальные бай кондёс. В смысле бай. Да. С глубоким конун салюдо кордиаль, амигу Илья Олейников, си и Ильи. И Юрий Стоянов. Юрий Стоянов. Вас приветствует. Вас приветствует наш Пекиня Саудат. Я не понял. Пекиня Саудат. Городок. Пабрикита Лока. А что ты сейчас про меня сказал, Пабрикита Лока? Пабрикита Лока, это так. Пекиня Саудат. Bienvenidos a los televisores. Bienvenidos a los televisores. A los televisores, buenas tardes. Короче говоря, добро пожаловать к телевизорам. Ты это хотел сказать? К телевизорам. Ты уже это сказал. Здравствуй. Это я, Роза. Нет. Это я, Роза. Да нет, это я, Роза. Нет, нет. Это я, Роза. А ты есть мой добрый и глупый Рикардо. Я сесть. Если твоя хотеть сидеть, то моя разрешить. Роза, вот уже 20 лет, как моя... Имеет желание хотеть тебя, но если твоя и на этот раз откажет меня, то я просто не знаю, что я буду хотеть иметь делать с собой. Я, наверное, просто покончу в себя. О, нет. Рикардо, только не в себя. Если твоя покончит себя, то моя наложит себе в руки. Но надо же уметь решить чего-либо за столь долгое время, Роза. Вот да. Я решила хотеть пойти выйти за адвоката Идальго. Но почему? По кочану папайи, Рикардо. Дорогие наши женщины, а сейчас из того городка, который кто-то для вас придумал и в который вы поверили, о котором вы мечтаете, давайте вернемся в тот городок, в котором вы живете. О, бабенка с канистрами стоит. Ну точно, или пиво, или самогон. Подбросить, что ли? Куда везти, красавица? До городка. Поехали. Канистры в багажник, быстро. Что в канистре, пиво? Нет. Что, самогон? Нет, тушки. А что? Бензин. Зачем? Знаю я вас, гадов. Вы до ближайшего лесочка доезжаете, и у вас сразу бензинчик кончается. Замужем? А? Нет, нет. Дети есть? Да? Нет, нет. Ну, значит, все-таки решили уехать из страны. Да, уехать. Ну, а куда? В Санта-Барбару. А почему именно в Санта-Барбару? Ну, я ведь там всех знаю. Да,
Однако, начальник, плохая банка. Однако, хорошая банка, устойчивая банка. Московская городская банка, однако. Да, да, да вот она как раз сейчас идет, красавица наша. Да, входите, входите. Здравствуйте, Тамара Ивановна. Проходите. Тамара Ивановна, нам очень понравилось ваше вчерашнее критическое выступление по поводу незаконного использования валютных средств нашим начальством. Благодарю. Я думаю, что вы явно заслуживаете повышения по службе. Я вас хочу поздравить, вы будете первой русской женщиной-резидентом. Мы вас решили послать. Куда? В Ирак, Тамара Ивановна. Что, с ума посходили все здесь? У вас что, здесь крыша здесь поехала? Каким резидентом? Какой Ирак? У меня семья! А потом я языка не знаю этого иракского. А это не страшно, Тамара Ивановна. По легенде вы у нас будете глухонемой, а язык мы вам вырежем еще здесь. Очаровательная женщина, зажигательная, я от вас просто без ума. А какие вам нравятся мужчины? Ну, во-первых, мне очень нравятся индейцы. За то, что они такие белые и мужественные. Во-вторых, мне очень нравятся евреи, за то, что они такие умные и предприимчивые. Разрешите представиться, Арон Моисеевич Чингачгук. Если б мой папа был слоном, а мама слонихой, чтобы я был бы слоненком. Если бы мой папа был муравьем, а мама муравьихой, то бы я бы был муравьишкой. Если бы мой папа был орлом, а мама орлихой, то бы я бы был орленком. Слышишь, пацан? А вот если бы твой папа был козел, а мама козлиха, ты бы вот кем тогда бы был бы? Таксистом! Сидите, я еще могу постоять, не надо. Идите, спасибо, что я инвалидка какая-то. В самом деле. Сидите, сидите, я вам сказала. Девчонки же мне место не уступают. Сидите. Слушайте, а когда мне можно будет встать? Я уже третью остановку пропускаю.
вы не удивляйтесь, он реагирует на импульс. Продукция компании Washing Russian. Весной распускаются не только цветы, но и женщины. А что такое женщина? Женщина. Женщина. Женщина – это ужас. Анна Семеновна, пройдите в приемную. А что такое? Что? Что случилось-то? Муж на проводе. Вот большое событие, муж на проводе. Я иду уже, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Бабуля, вам помочь? Помогите! Помогите! Кар-кар! Кар-кар! Россия, год 1763. Князь Потемкин был вновь приближен к себе Екатериной II. Ну что, Катенька, можно? Нет, Крищенко, еще нет. Что, Ваше Величество? Можно уже? Нет, князюшка. Еще? Нет. Гриша, ну? Вот сейчас можно. Поздно, матушка. Почему, Кришенька? Случилось страшное. Екатерина несчастная, ужасная история, сберкасса номер 2. Рецепты от Олейникова и Стоянова. Макароны топленые. Достаньте макароны из кармана правой рукой. Левой рукой сломайте макароны. И обеими руками опустите их в кипящую воду. Если макароны перестали всплывать, значит, они утонули. Макароны топленые, готовы. Водка в хлам. Достаньте из правого кармана правой рукой пол-литровый графинчик со спиртом. Затем наберите пипеткой 2-3 грамма воды и добавьте ее в спирт. Полученный раствор тщательно перемешать и немедленно выпить. Бутерброд дембельский. Возьмите из кармана 200 грамм сливочного масла. Распечатайте его. Посыпьте сверху хлебными крошками.
бутерброд готов к употреблению. Приятного аппетита! В качестве хороших костей для супа рекомендуем кости 6-6, 6-5 и 5-5. Пусто-пусто, пусто один и тому подобное не берите. Навар невелик. Перед тем, как вывалить готовое блюдо из кастрюльки, убедитесь, что под окнами никого нет. Приятного тебе аппетита, незнакомый прохожий! Если к вам пришли гости, а еды на столе мало, поставьте зеркало, и еды станет в два раза больше. Добро пожаловать к нашему столу! А сейчас подарок для поклонников серьезной музыки. Не только серьезной музыки, но и высокой поэзии. Казалось, что у вашего спутника жизни по весне слегка поехала крыша, не торопитесь вызывать скорую помощь, может быть, он просто снимается в скрытой камере. Добрый день, здравствуйте. Вы знаете, мне как врачу необходима ваша помощь. Вы знаете, я вызвала наряд господи боже мой, вызвала наряд скорой помощи. Больному необходима срочная госпитализация. Вы не можете буквально две минуточки с ним постоять, я сбегаю на угол, посмотрю, не подошла ли машина. Встречу ее. Я дала угол Лоскова и угол Ленина. Будьте добры, вы знаете, у него небольшое психическое отклонение, вы не обращайте внимания, он будет что-то говорить. Отвечайте, поглаживайте, если вы будете беспокоиться. Хорошо? У него неадекватные действия. Пожалуйста, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Две минуты, не более. Ну ты моя мамочка. Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Ты знала меня? Знала. А когда мы в школку пойдем? А? Завтра. Завтра пойдем? Завтра. А учебники у меня лежат там уже, все? Лежат. Мамулечка, кисулечка моя, спой мне какую-нибудь песенку. Песенку? Да. О, а какую песенку спеть? Пусть бегут неуклюжи пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Прикой! И неясно прохожим. Да.
В этот день непогожий, почему я веселый такой? Я Моцарт. Да, я знаю. Вольфганг Амадеус. Да, это прекрасно. Вы Сальери? Да, вы Сальери? Нет, не Сальери, я другой. Сальери всех отравил. Да, что нам делать? Помните? Да. Вена, Париж, Дакар. Да, да, да. Лакримоза. Да. Да. Да, прекрасный реквием. Прекрасный реквием. Куба. Гет. Тур. Гет. Но ведь я просто прохожий. Я не композитор. Я случайный гость ваш. Филипп. Привет. Эльмира. Шапку снять? Или так узнали? Зачем? И так узнали. Зачем снять? Киркоров. Надо же, я думаю, кто знакомый кто-то. Да, похоже. Негритянский спринтер, черная стрела, Карл Льюис. Никогда не встречал. Карл Льюис. Никогда не видел. Я сделал в своей жизни 9-0, помните? Да, как же, конечно. Тогда все говорили, что это допинг, то, все. Да. Это не допинг. Да. Это мои силы. Тренировка. Согласен. Сейчас я побью этот рекорд. На ваших глазах. Не, на моих глазах не надо побивать. Надо подождать вашу даму. Вы можете мне скомандовать на старт, внимание, матч? А у меня нет этого. Вы можете скомандовать? Нет. Нет? Это будет не по-олимпийски. Тогда я сам себе скомандую. Это не по-олимпийски будет. Я сам себе сейчас буду командовать. Они не зачтут нам этого. Не зачтут. Еще разок, я вас прошу. Иначе не состоится рекорд. На старт, внимание. Нет, если вы готовы к рекорду, то он состоится. Это на старт. Это неизбежно состоится. Внимание. Нет, это мы сейчас не будем этим заниматься. Марш. Тем более дорожка... Большое вам спасибо. Ой, пожалуйста. Ах, это вы такие разбойники? Да. Не обижайтесь на нас. Программа «Городок». Ой, видно, да. Кошмар. Спасибо. Спонсор программы «Городок» – фирма «Ньютон». Дорогие наши, замечательные, любимые, родные, незаменимые девчонки, женщины. Сейчас мы хотим поднять эти бокалы и выпить за то... Выпить за то, что мы просто очень хотим просто выпить.